С 1 октября стартует осенний призыв. В этот раз намерены призвать 550 солдат срочной службы от 20 до 27 лет. Призыв будет длиться 2 месяца. По словам военного комиссара, служащие не будут призываться в зону АТО. Военнослужащие срочной службы в зоне АТО не задействуются. Они там не служат, их нет. Они все служат за пределами зоны в воинских частях. Даже если они попадают служить в боевые бригады, они находятся в пунктах постоянной дислокации, организовывают караульную службу, организовывают внутреннюю службу и проходят обучение там же на полигонах этих воинских частей. Сроки службы не изменились – 12 и 18 месяцев в зависимости от наличия высшего образования. Молодые люди будут служить в вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, либо попадут в дорожную службу специального транспорта. Я думаю, каждый должен научиться держать оружие в руках, каждый должен научиться защищать свою родину, свой дом. В армии обеспечение нормально, так что не переживайте, идите служить спокойно, а мы вас всех дома подождем.